Привет, Live TV. Прогноз на матч будет таков. И тут, как вы думаете, на какой матч будет прогноз? Да? Вот на какой матч будет прогноз, да? Прогноз будет на один из матчей Лиги Чемпионов сегодня. И прогноз будет на матч следующий, да? Вы можете поиграть в ребус, да? Вот на данный момент сделать паузу здесь, да, и сами для себя чисто попробовать угадать, ну, точнее, спрогнозировать, да, вот на какой матч будет прогноз, да, как бы решить ребус вот такой, да. Вот сейчас нажимаем паузу, да. Те, кто хотят решить ребус, скажем так, да, потренировать, да, скажем, ум, да, вот так, вот такой вариант. Итак, прогноз будет на матч Аякс и Рапид, да. Аякс, да, играет дома. Первый матч на выезде на поле Рапида завершился 2-2. В том поединке Аякс забил 2 мяча в первом тайме и вел по ходу игры 2-0, да, после первого тайма. Дэви Классен забил гол, да, но потом Рапид сравнял, да, сначала отыграл один мяч и, получив красную, даже, ну, несмотря на это, да, все равно выиграли, все равно сравняли, точнее, игру, да, счет 2-2 сделал, отыгрались от 0-2, да, вот так вот, да. Вообще Рапид неплохо играет сейчас, если так, а вот уже чемпионат у них к тому же начался, да, вот так вот. Можем еще... Так, как был забит первый мяч? Дэви Классен, да, Аякс. Первый мяч был забит вот таким образом. Да. Навес на фланг. Обыгрыш. Пас в центр штрафной на 11 метров примерно. И удар. И удар в дальний от вратаря угол. Да, так забит был первый гол. Первый гол был забит вот так. И как был забит мяч, скажем, с последним, точнее, ну, второй гол Рапид, как забил, да? Как забил Рапид второй мяч. Вот так вот забили ребята из Рапида. Да вот, вышли. Заметьте, голы примерно похожие, да? Обе команды, скажем так, атакующие футбол играют, да? Вот так вот. Вот такие вот дела. И прогноз на данный поединок. Ну что еще можно сказать? Аякс, чемпионат еще не начался еще, да. Команда контрольные матчи сыграли. Вот тут Динамо Москва, да. Норшелан, да. Панатинаикос, Вольсбург, Сент-Этьен, да. Контрольные матчи команда сыграла. Рапид же уже начал. И обыграл Зальцбург, да, вот недавно совсем на выезде. Ну, скажем, на их поле, да, на поле Зальцбурга. Вот так вот. Ну и вот прогноз на этот матч, да, теперь второй ребус. Как вы думаете, какой прогноз будет на данный поединок? Какой будет прогноз на данный поединок? Да, вот такой вариант. И, да, сделайте паузу сейчас, да, кто ребусы любит решать. И... постарайтесь спрогнозировать, какой же будет прогноз вот здесь, да, на матч. Так, вот тут паузу делайте и решайте ребус. А прогноз на матч будет таков. Выход одной из команд в следующий этап. Теперь опять же, те, которые хотят решить ребус, ребус номер 3. Вы должны, скажем, понять, да, решить, какая команда... Ну, прогноз на какую команду, которая выходит в следующий этап, да, вот это ребус номер 3, да, сейчас сделайте паузу здесь и решайте ребус. А выход какой команды? А выход команды Аякс. Аякс, Рапид, выход в следующий этап, то есть, так понимаю, в раунд плей-офф, да, Лиги Чемпионов. Аякс, коэффициент примерно 1.25 на данное событие. Вот такой вот прогноз, да, будет на данную Лигу Чемпионов, да. Вот такие вот дела. Вот такой вот прогноз. Аякс, Амстердам. Да, Рапид, Вена. Аякс забил 2 мяча на выезде.
Аякс Спринник, возможно, команда немножко опытнее, скажем, ну, там, насколько опытнее, это уже, да, но опытнее, да, вот немножко своих гостей сегодняшних в играх в Еврокубках, возможно, и этот фактор, да, также фактор того, что команда играет на своем поле, могут, возможно, решить исход данного поединка в их пользу Аякса. Точнее, Аякс может за счет этих только что упомянутых факторов постараться добыть для себя путевку в следующий этап. Вот так. Возможно, победить даже, да, но... Так. Ну вот, ну, победить, понимаете, в чем дело? Ну, вы поняли, что 0-0, да, тоже, как бы, может устроить Аякс. Поэтому, если будет такая игра, скажем, да, серьезно, то возможно и так. Но прогноз такой: выход Аякса в следующий этап. Вот такие вот дела. Да, вот такой вот прогноз.